на меня. Всем привет! По просьбе тут моего зрителя или подписчика канала сейчас заедем, прокатимся по одной улице Сузуна. Улица Урицкого называется. Просил там, жил раньше на этой улице. Сейчас живет в Казахстане. Кстати, привет из Сузуна. У нас сегодня минус 40. Машин мало по Сузуну. Суббота, 2 февраля. Катаемся мы сегодня вот на таком мерседесике. Сам себя не везет. Глушилка плохо сбрасывается. Ехал к Лудаму. Хорошо так весело ехать, да? Так, где же у нас эта улица Урицкого? Там по прямой. Какая она? Вот это Шабалина, да, сейчас? Да. Я просто их путаю. Следующая, по-моему, Луговая, да? Да. Шабалина, да. Не вот это Урицкого? Нет. А, это Куйбышева. А это Куйбышева. Потом Луговая вроде. Вот Луговая. Луговая, я их все время раньше не Урицкого, это сейчас видишь. Таксовал, да, вот это Урицкого, да? Урицкого 14, по-моему, он жил раньше. Дом такой вот, видите, треснутый, новый построен был. Ну, живут в нем, долго он стоял. Но в нем не жили. Да, вот это Урицкого. Правда, ни одного названия нет, блин. Вот как вот так? Так, 14, по той стороне. Урицкого, да. Снимай всю улицу, ну, мотаешься. Бы на экшен получше было бы, да? На Урицкого 14 заброшенный дом, оказывается. Мой. Вот здесь вот раньше жил мой подписчик. Вот что стало с домом. Можно выйти посмотреть. Пусть маленько. Вот такое заброшенное. Все поубивали. Вот он ваш дом. Что-то он вообще запустение. Вы, наверное, его не продали. Так и стоит, наверное. Все, завалился весь. Ну давайте проедем, тут к речке еще прокатимся. И выйдем на соседнюю улицу сейчас. Сузунки. Мостик он есть, смотри, через Сузунку. Да? Ты что здесь? Здесь, по-моему, Андрюха живет. Какой? Ну этот, блин, на баге гонял, а сидит. Забыл, как по ним. Вот он, Андрей, вот это вот. Так, а это у нас получается не краска.
Блин, надо эту глушилку убрать, смотри, как он работает. Дерьмо. Он не едет вообще, давай попробуем капота. Ты давай потяни сейчас, а я это открою, я его открою. Ну ты сам себя не везет. Дал как газуешь. Глушилка, блин, нажатая была немножко. Надо там пружинку поставить, моя. Вроде попой. Вот такая вот была поездочка на улицу Урицкого. Показали, да, домик почему-то заброшенный на улице Урицкого 14. Не знаю почему. Ну, вот так вот. Ну, все, как говорится. Я надеюсь, было вам это видео интересно. Спасибо, что смотрите наш канал. Ну, еще раз привет из Сузуна.